Накануне медикам пришлось спасать людей, пострадавших от близких разрывов новогодних петард. Для 6 человек, в том числе 10-летнего ребенка, праздничный фейерверк закончился в больнице. Состояние двоих взрослых врачи оценивают как крайне тяжелое. Одному мужчине, скорее всего, он стрелял не сам, а лишь наблюдал за фейерверком. Петарда попала прямо в лицо и взорвалась. У него обгорели кости лица и носа, травмированы глаза. Операцию пришлось сделать сразу по прибытии в больницу. Борьба за его жизнь еще не закончена. К сожалению, страдают не только те, кто сам запускает петарды, но и невиновные люди, сторонние наблюдатели. Два таких пациента находятся сейчас в отделении интенсивной терапии. У одного тяжелейшие травмы лица, у другого очень сильно травмирована ладонь. Таких тяжелых травм давно уже не было. В обоих случаях травмы настолько тяжелые, что обстоятельства ЧП расследует полиция. Впрочем, выяснить, кто в темное время суток в густонаселенном микрорайоне выпустил роковую ракету, будет непросто.